Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет такой, наверное, небольшой влог из машины. Я, девочки, не пропала. Мне очень-очень приятно, что вы мне пишете и спрашиваете, куда я делась. Нет, я не пропала, просто сейчас как-то вот так закрутилась, не хватает времени. Поэтому вот так получается. И сейчас из машины, так сказать, хочу с вами поболтать. Но прежде меня спрашивали... Кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылка в инфобоксе на мой инстаграм. Там я выкладываю питание. Значит, меня спрашивали по поводу осенней коллекции Dior. Я в инстаграме выкладывала фотографию, что я много что хочу из этой коллекции. Меня спросили, что-нибудь я приобрела или нет. Нет, я ходила, тестила аромат. Вот этот Joy от Dior. И вы знаете... Девочки, он меня разочаровал. Я вот вам могу сказать честно, я даже почитала на Фрагрантике отзывы о нем, и очень много пишут, что этот аромат уже где-то когда-то был. То есть там многие сравнивают с другими ароматами. Я согласна, причем полностью согласна. Он когда верхние ноты, вот когда вы только его подносите, да, он нереально вкусный, он... Там мне девушка говорила, ну, консультант в Ривгоше, что это мандарин, но по мне так это лимон, причем такой свежий, только-только разрезанный лимон, очень вкусно пахнет. Но дальше он просто очень сильно знаком, мне кажется, даже у меня был такой аромат когда-то очень давно, и... Тот аромат я не повторила, потому что, ну, как-то вот не мое, и туалетная водичка от Dior 100% нет. А по поводу палетки, мне больше понравилась палетка такая с красновато-желтоватыми оттенками. И, я вам сейчас вставлю кусочек видео, покажу, я ее тестировала в Ривгоше. И могу сказать, что эти оттенки мне не понравились тоже. Они такие, ну, я не знаю, вот, ну, то есть с ними надо как-то играться, баловаться, не знаю. Это для меня не на каждый день. То есть это для меня палетка, которую вот купил, и она будет у меня какое-то время долгое лежать, и я не буду знать, что с ней делать. Вот примерно такая история с этой палеткой, поэтому нет. Помада, которую тоже я хотела... Ну, в общем, помада тоже мне как-то не особо оттенки понравились. Они либо красные, либо такие в, не знаю, в такой морковный, в рыжину отдают цвет. В общем, как-то осенняя коллекция Dior мне вообще, ну, вообще ничего не приглянулось. Хотя по фотографиям, по постам, которые выкладывали там все, да, по этой коллекции, она мне поначалу прям вот впечатлила очень-очень сильно, но по итогу нет. И... Сейчас я вам покажу покупки, которые я совершила косметические. Значит, от марки Кора. У нас в торговом центре Меркурий открылось прямо от завода такое, ну, правильно это называется, корнер. По мне так это, знаете, такой типа прилавочка, где выставлена вся продукция от этой марки, все линейки. И я взяла себе вот такую маску с фруктовыми кислотами. Значит, она здесь идет с ахакислотами, вот, с маслом виноградной косточки, депантенолом. В общем, по составу мне очень нравится. Я уже говорила, что мне от этой марки, именно от этой линейки, очень сильно нравится маска как-то с пребиотиками для жирной кожи, что-то такое. Я ее очень люблю, эту маску, и решила попробовать... Вот эту, и девушка сказала, что это чуть ли не хит прямо ихный. Вот. Так что попробую, потом вам обязательно расскажу. И также девушка мне показала, что у марки Кора есть вот такая линейка. Называется Санте, правильно, если я поняла. И я решила из этой линейки попробовать вот такой крем для рук ночной с коллагеном и витаминами. Интенсивное восстановление и питание. Я люблю всякие именно ночные крема, потому что я на ночь очень люблю использовать
Ну, у него такой приятный аромат. Ну, в общем, не знаю. Потом попробую, тоже вам потом обязательно расскажу. И две мои самые главные покупки. Сейчас в Литуале проходит акция. Покупаешь один, второй берешь в подарок. Ну, не на всю продукцию, естественно. И я как-то в Литуале пробовала вот эту водичку от Jimmy Choo, парфюмированную. И она мне безумно понравилась. Это такая сладковатая водичка с ароматом, знаете, такие, не знаю, свежие ягодки, вот так вот я бы назвала этот аромат. Мне он безумно понравился тогда, и вот я решила зайти и его приобрести. Стоил он 3300 с хвостиком, ну где-то 3300 с чем-то, но так как второй идет в подарок, я решила там попробовать. В общем, тестила разные ароматы и увидела вот этот аромат, тоже Jimmy Choo. И он мне просто... Я вот в него сейчас просто влюбилась. Вы знаете, это виноград со специями. Сладкий такой, не зеленый виноград, а темный виноград. Такой, как он, темно-красный такой, знаете, огромный спелый виноград, который вы так разламываете, и с какими-то специями. То есть это такой сладковато-восточный аромат. Он, конечно, больше подходит либо на совсем прохладную погоду, либо на вечер, а вот этот более дневной. Но они чем-то, они не то чтобы похожи, но суть их, наверное, похожа. Вот так вот я бы даже ответила. Очень классные ароматы. Я вам потом их покажу поближе, расскажу, как они держатся. Вот я сейчас только купила. И в магазине вот этот аромат нанесла на одну руку, вот этот на другую. Вот этот аромат чувствуется больше на ветре. Даже сейчас вот машина, мне кажется, наполнилась вот этим ароматом. Очень классный, один и второй. И, как вы понимаете, я постепенно становлюсь парфюмом-маньяком. Я не знаю, не могу остановиться. Очень мне нравятся различные ароматы. Я люблю более такие сладкие, более такие, не знаю, сладко-свежие на лето и сладковато такие терпкие на зиму. Ну, в общем, это просто бомбические два аромата для меня. Я не знаю, почему я раньше не тестировала вот этот аромат. Мне продавец сказал, что вот это новинка, а этот был уже. Вот, но как-то я проходила мимо. Я очень рекомендую попробовать и тот девочкам, которые любят сладкие ароматы, потому что они действительно очень-очень вкусные, тем более сейчас в Литуале. То есть я купила вот этот за 3700 и за 3300 мне дали в подарок. Это, конечно, супер, я от такого не смогла отказаться. Так что у меня теперь два новых парфюмчика от одной же марки. Ну, да ладно, буду их разнашивать и потом вам в каком-нибудь из видео обязательно расскажу про них. Так что вот такие. В общем, я не знаю, мне кажется, я превращаюсь в парфюма-маньяка. Я, кстати, обратила внимание, что я начинаю различать какие-то ноты в парфюмерии, и это для меня прям очень-очень круто, потому что раньше, ну, просто для меня был вкусный аромат или невкусный аромат. Сейчас я уже прямо начинаю ощущать и чувствовать какие-то нотки, и мне это очень-очень-очень нравится. И вот этот аромат, он мне понравился очень сильно, и он настолько стойкий, что я вот сейчас, у нас в Питере ветреная погода, я вышла на улицу, и мне прямо вот... прямо такой, как будто шлейф прямо ко мне, то есть такое дуновение ветра, и я прямо ощутила вот этот виноград со специями. Это настолько, ну вот, классный аромат, девочки, кто любит сладкие ароматы, кто любит такие, ну не то что необычные, а такие сладковато, ближе, наверное, даже к восточным ароматам, попробуйте. Действительно очень классный, очень вкусненький, и мне очень-очень понравился. Ну а по поводу косметики я все протестирую, потом опять расскажу. Вообще цель моего похода в торговый комплекс была, все-таки хочу я приобрести себе икорную линейку от Natura Siberica. Я хочу очень попробовать маски. Почему-то я вспомнила, что в Ривгоше продается Natura Siberica, но там икорной линейки нет, там вообще для лица ничего нет. А вон та маска, которую я вам показывала. Она мне очень сильно понравилась, девочки.
Вот она, знаете, такая, это маска, вот если вы не высыпаетесь, да, и вот, ну вот как у меня сейчас, да, я сейчас много где бегаю, скажем так, я не высыпаюсь. И спустя какое-то время у меня цвет лица становится таким, знаете, немножко сероватым. Так вот эта маска, она как бы освежает, но вы должны понимать тоже, 200 рублей, да, и что может произойти за 200 рублей? То есть ждать чего-то супер-вау от нее не стоит. Но при этом она действительно освежает кожу, как-то она становится более такой отдохнувшей, реально. Вот даже если я всего лишь 5 минут с утра похожу с этой маской, я уже вижу эффект. То есть она такая прям, ну вот реально отдохнувшая. Даже цвет лица немножечко меняется и становится немножко другим. Также в этом видео я хочу ответить на вопрос, который мне очень часто задают. Это как все-таки сделать так, чтобы пить воду? В Инстаграме я писала, что я как-то замерила один день, и у меня получилось почти 2,5 литра воды. И я вам сейчас покажу. Вот я в машине. Вот у меня бутылка с водой. Видите, она почти заканчивается. Эту бутылку уже много кто видел. Она у меня мелькает везде, где только можно. И вот у меня еще бутылка с обычной водой. У меня дома стоит фильтр. Ну, во-первых, в дом, когда входит водопровод, у нас стоит фильтр. И плюс еще такой, знаете, отдельный кран. Я не знаю, как называть этот фильтр. Вот. И я просто наливаю себе воду и бросаю в машину. То есть это у меня... Вот эта вода у меня была налита с утра. Я потом приехала домой. И когда уезжала снова, налила себе вот еще воду. И вообще, я когда что-то делаю, где-то вот нахожусь, я, допустим... Ну, допустим, там пошла я гладить, я наливаю стакан воды, ставлю где-нибудь рядышком с собой и стою глажу. И там периодически просто у меня взгляд падает на стакан с водой, и я отпиваю хотя бы глоток. Это у меня всегда, это вот у меня даже такая привычка. Если я в течение дня мало пью воды, то есть если я, допустим, уехала на целый день и взяла только вот такую маленькую бутылочку, здесь, по-моему... Я не знаю, сколько здесь, 250 миллилитров или 200 миллилитров, что-то такое. Мне этого мало. Тогда я просто, когда приезжаю домой, я реально вот залпом выпиваю стакан воды, потому что, ну, это привычка у меня с детства. С детства она у меня выработала, знаете, откуда? Мы с подружкой, ну, когда жили на даче, там бегали, играли в бадминтон, там в мячик, еще что-то. И потом я забегала домой, брала ковшик, черпала его из ведра с водой, потому что у нас не было водопровода, и просто его залпом выпивала и убегала дальше. И у меня так было всегда. Ну, вот сколько я себя помню, я действительно пью обычную воду. Еще потому, что я ленюсь себе заварить чай. Мне реально лень заварить себе чай. Всякие соки, лимонады, да, я иногда пью, но я пью их, как, наверное, в качестве еды они у меня идут. То есть не в качестве питья. И я не понимаю, как можно напиться, например, лимонадом. То есть он мне не дает вот это вот... снижение чувства жажды, наверное. То есть вот такой момент, и его у меня нет. И еще я в этом видео хотела с вами поговорить по поводу питания. Тоже у меня поступает много вопросов на эту тему. Я стараюсь, конечно, всем вам отвечать. Но я заметила один такой момент, о котором я не говорила, но мне кажется, это важный момент, его нужно озвучить. Во-первых, многие меня спрашивают, почему я так мало ем. Хотя для кого-то то столько, сколько я ем, это много. Я ем мало, потому что у меня нету, как сказать, культа еды, да, я не думаю никогда о том, вообще нужно ли мне кушать, вообще стоит ли мне что-то поесть и так далее и тому подобное. Я об этом вообще никогда не думаю. Я думаю о том, что мне нужно поесть только тогда, когда у меня уже организм требует еду, то есть когда уже там урчит в животе, не знаю, вот какие-то, да, то есть когда я начинаю испытывать чувство голода, и только тогда я иду и ем. И вот момент, о котором я хотела поговорить, вот это касается ужина. Я говорила уже, что ужин должен быть, ну, наверное, белковый больше, да, то есть мясо и овощи. То есть то, что вас будет насыщать, но при этом не будет давать, ну, наверное, углеводов, можно так сказать, да, то есть то, что не будет откладываться в жирочек. Соответственно, это больше у нас мясо и больше овощи. Так вот, по поводу ужина. Если вы, допустим,
ну, предположим, целый день вы где-то вот ходите, там, позавтракали, и вот, то есть у вас нету возможности поесть, или вы с работы едете домой, да, и вы знаете, что вот вам осталось ехать час до дома, вы чувствуете, что вы голодны, да, что вы хотите кушать, и, но через час вы будете ужинать. И вот в этот момент не нужно перекусывать и не нужно пить сладких напитков. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, 100% у меня так происходит. Если я съем в этот момент что-то, неважно что, это могут быть орешки, это финики, это может быть, я не знаю, булочка, все что угодно, да, даже в маленьком количестве, да, чтобы просто вот забить вот это чувство голода, когда я приеду домой, я не захочу ужинать. Соответственно, на ужин я могу съесть овощи, там, я не знаю, яичко какое-нибудь или что-то легкое, но спустя... Там, я не знаю, если ужин, допустим, взять в 7 часов, да, то к 9 часам я очень сильно захочу есть. То есть это как некое такое перебивание аппетита. То есть примерно за 2 часа, за 1,5 часа до ужина, да, то есть вот я еду и знаю, что я сейчас приеду и поужину, я ничего не ем и не пью. Ни сладкий кофе, ни сладкие напитки, ничего такого. Потому что это все перебивает аппетит, и получается, мы не ужинаем, и вечером... Просто невозможно сдержаться. Никакие семечки, никакой сладкий чай, ничего вообще не поможет. Потому что есть вот это чувство голода. Поэтому вот этот момент тоже проследите, да, как он у вас, есть ли у вас такой момент вообще или нет. И это очень важно, на мой взгляд, потому что я считаю, что ужин все-таки должен быть полноценным. То есть какое-то мясо, овощи или что-то такое, да, вы уже подбираете сами под свой рацион, скажем так. Но ужин важен. И еще есть такой момент, что многие считают, что испытывать чувство голода на протяжении какого-то времени, это очень-очень плохо. Ну, я бы так не сказала. Если вы испытываете голод в течение, там, я не знаю, 5-6 часов, суток, не дай бог, то, конечно, да, конечно, так не стоит, и так можно просто уйти в срыв, и все на этом, вся диета на этом закончится, грубо говоря, все похудение сойдет на нет. Но испытывать чувство голода час-два, я не вижу в этом ничего плохого. То, что там начинает что-то якобы где-то вырабатываться, там какой-то инсулин поступает в кровь, там или еще какие-то моменты, я бы здесь на самом деле поспорила. И, ну, да, я знаю, что многие диетологи рекомендуют есть маленькими порциями, там, каждые 3-4 часа, да. Но я, например, считаю, что вообще, в принципе, кушать нужно тогда, когда испытываете голод. Зачем лишний раз кормить организм, да, если он этого не просит? Но к этому моменту нужно прислушиваться, то есть нужно понимать, когда вы хотите, именно когда ваше тело хочет кушать, или когда хочет кушать ваши глаза. То есть вот вы смотрите на продукт, да, и вы думаете, я хочу есть, да, и вот спросите себя, хочет ли ваше тело есть, или хотят кушать ваши глаза. Это две разные вещи, и это нужно, мне кажется, понимать. Это нужно вот научиться это чувствовать. Как к этому прийти? Ну, ко мне это пришло только после того, как я сбросила какое-то количество килограмм, скажем так. Но опять же, я же сбрасывала методом проб и ошибок, да, я сбрасывала постепенно, медленно, уменьшая порцию, а тут, так сказать, запрещая себе перекусы, запрещая себе какие-то кусовничества и еще что-то в этом духе. Только потом я, может так сказать, научила. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там я выкладываю фотографии каждый день моего питания. И я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Дико извиняюсь, что в машине, но пока что по-другому никак. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!